И еще один скандал вокруг Народного фронта. Нардеп Сергей Каплин заявил, что на должность директора фонда гарантирования вкладов физлиц назначили человека, тесно связанного с этой политсилой. Светлану Рекрут объявили победителем конкурса на эту должность. Вот только кто победит, было известно заранее, уверяет Каплин. И причастен к этому бывший премьер-министр Украины Яценюк. Он хочет контролировать сбережения фонда, ведь стоимость активов сотни миллиардов гривен. В том, что Генпрокуратура и НАБУ должны пересмотреть законность этого назначения, Сергей Каплин не сомневается. У Народного фронта и коалиции есть зухвалий план повернення Яценюка на посаду главы Национального банка. Для этого им нужен полный контроль над всеми организациями и установами, которые контролирует Национальный банк. Одна из таких, наиболее жирная. Це фонд гарантування вкладів. Там зосереджено активів майже на третину трильйона гривень. Всі ті ресурси, які залишилися після штучно збанкрутілих банків. Вони туди поставили людину Яценюка. Наше завдання зараз зупинити це. Я буду звертатися до суду, до президента, до прем'єра.